Россия для нашей компании является в целом стратегическим и приоритетным рынком. Мы работаем здесь уже практически 30 лет, а в Ленинградской области мы производим около 20 лет. Здесь находится один из наших крупнейших заводов по производству бытовых и промышленных клеев под марками «Момент», «Церезит», «Лактайт», «Техномел». Клея «Момент» мы производим в год порядка 70 миллионов единиц. Это очень много. Представьте, что фактически каждый взрослый житель России покупает от 2 до 3 продуктов клея «Момент». Это производство мы постоянно расширяем, модернизируем. Вот планируем запустить дополнительную линию по производству клеев расплавов. Мы также строим на территории этого завода комплекс по производству сухих строительных смесей под нашей известной маркой «Церезит». В целом за последние 5 лет мы инвестировали в этот завод порядка 1 миллиарда рублей. В целом локализация является для нашей компании одним из стратегических приоритетов. Россия – большой рынок, и для того, чтобы быть на нем успешным, важно производить здесь, находиться близко к потребителю и быстро реагировать на тенденции рынка. Наша продукция в целом локализована порядка 80%. Если говорить о сырье, то это глубина локализации 40%. При этом примерно половину локализованного сырья мы закупаем непосредственно в Ленинградской области. У нас высокий уровень конструктивных, открытых отношений с правительством Ленинградской области. Мы ценим открытость, доступность правительства, поддержку в решении как оперативных вопросов, которые возникают у нас, так и в решении стратегических задач компании, в частности, связанных с расширением нашего производства. Мы ощущаем к себе, как к инвестору, большое позитивное внимание. Я считаю, что показатель эффективности, связанный с привлечением инвесторов, по которому оцениваются регионы, крайне важен и крайне значим для того, чтобы инвесторы чувствовали себя комфортно. Мы чувствуем себя в Ленинградской области комфортно.